Ну вот, сегодня четверг, уже четвертый день нашего незабываемого отпуска, нашего путешествия на Канарские острова. Мы уже переехали с острова Гран-Канария на остров Тенерифе, где там вдали черный песок. О, это только на Тенерифе черный песок. А вот это наш гостиничный комплекс. Да-да, что такое Дольче Вита, мы знаем не понаслышке. Там вот где, на вулкан завтра поедем. Где? О май гад. Да не, его там нет. Я просто видео делаю. Боже, какая красота. Какая красота. Боже, боже. Все реально сделано для людей. О боже. Бассейн. Это кактусовая полянка. Я вообще в диком восторге от Тенерифе, от Канарских островов, от своего пребывания здесь. Так замечательно, так классно, просто супер.